Здравствуйте. Значит, хочу вам рассказать интересную историю и опыт еще раз проделать. Вот мне мед угостили месяца два назад. Но так как я хорошо разбираюсь в меде, даже на вкус определяю мед, я решил его не есть. Просто поставил, обижать не стал я того, кто мне его угощал. Хотя у меня своего меда достаточно. Причем настоящий мед, горно-алтайский. Вот. Я решил его сделать как технический мед для испытаний. Зная о том, что мед хорошим является консервантом, в частности, если мясо погрузить в мед, то он может долго храниться. Мясо может долго храниться. Так, я решил попробовать, а как будут овощи храниться, если в мед погрузить, сохранность. Ну и для этого взял эксперимента обычный огурец и погрузил его в мед. Вот, вам хорошо видно? Мед, после того, как извлек огурец, он разделился. Мед, то, что мед, он внизу остался. То, что было в нем примеси, они все всплыли. И обратите внимание, мед никогда так не плещется. Вот еще раз. Вот смотрите, мед никогда так не плещется. Значит, это типа сахарного сиропа, может быть, не знаю. Ну, сейчас, короче, сейчас я его перемешаю. Вот получился внизу уже так, я полагаю, что он отделил у себя, из себя это все инородное. Сейчас я его перемешаю. Так, снова. Так, сделаю единородной массой. Отстоял он, как говорится, месяца два у меня здесь. Вот этого расслоения я не наблюдал. Облизывать не хочется. Так, это придется ее помыть. Пахнет, в общем-то, медом. Так, теперь берем огурец. Ну, сорвем живой огурчик прям вот с этих, с моих плантаций. Сейчас вот этот возьму, давай. Хотя, знаете, здесь я сегодня собирал, они не особо крупные. Хочется покрупнее. Вот сейчас я из всех угол снял. Так. Ну, так, чтобы хватило на погружение. Нет, не хватает. Ладно, придется сорвать небольшой, чтобы он мог есть погрузиться. Так, так, ищем. Так, вот огурчик, мы его погружаем. Так. Так, все. Сейчас я... Надо его развернуть, чтобы он не всплывал. Так. Давайте его оставим на несколько дней. И потом посмотрим, что произойдет.
На этом до свидания. До следующего ролика. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.